По инвест-программе на подстанции БЗИБ-220 будет установлен новый трансформатор. Тему продолжит Дарья Архипова. На подстанции БЗИБ-220 в начале декабря будет установлен новый автотрансформатор мощностью 120 мегавольт-ампер, который заменит вышедший из строя в 2019 году в результате удара молнии трансформатор АТ-2. Новый трансформатор будет обеспечивать электричеством весь Гагрский район и часть Гудаутского. Об этом и не только сообщает заместитель главного инженера РУП «Черноморэнерго» Николай Барановский. На данный момент на узловой подстанции БЗИБ-220 проводится монтаж, сборка нового автотрансформатора, привезенного в рамках инвест-программы, который заменит поврежденный автотрансформатор 63 мегаватта в 2019 году. Сейчас у нас происходит заключительный этап по сборке данного автотрансформатора. Новый автотрансформатор будет мощностью 125 мегавольт-ампер, что немножко облегчит нам проход зимнего периода. Вот. На данном этапе, вот вы видите, у нас где-то работы планируется закончить в начале декабря, до 10 декабря. Данная подстанция обеспечивает и распределяет электроэнергию на весь Гагринский район и часть Гудаутского района. Раньше у нас была установленная мощность этой подстанции 126 мегаватт, двух трансформаторов, два по 63. На данный момент у нас планируется установка двух автотрансформаторов по 125 мегаватт.